Друзья, никогда не кладите вот сюда ничего на панель, потому что может реально случиться авария. Расскажу случай жизни. Например, положил я сюда очки. Но чаще всего, я помню, раньше, когда я курил, ложил сюда сигареты и зажигалку. Ну и вот я еду. Помню, только это было на бусике, на Ford Transit был, но реально это было. Я начал выворачивать руль. То есть, да, вот я выворачивал руль, вывернул руль, и мне надо было достать, наверное, зажигалку или что. И такой затяжной поворотик был в городе. И я достал, и мне надо было уже обратно руль выкручивать. И получается, у меня застряла рука вот здесь, и вот тут у меня руль вот так вот прижал руку. А машина-то уже поворачивает. Я не могу обратно этот руль. И вот реально вот так вот у меня было. Я чуть не въехал в дом. Вот это был случай в городе. После того я никогда сюда стараюсь ничего не класть. Потому что реально это может привести к очень нехорошим последствиям. Особенно это касается молодых, там, неопытных водителей. То есть, да, вот по этому опыту и есть такая штука, которая нарабатывается вот всякими такими фишками, случаями из жизни. Но тот день я запомнил реально на всю жизнь. Я в такой поворот заходил на нормальной более или менее скорости, и реально я хотел выкрутить руль обратно, а он у меня не выкручивался, потому что реально застряла рука. Потому что во время поворота я полез на панель, мне надо было взять. Поэтому не делайте так реально и будьте осторожнее.